В Америке готовятся к ноябрьским промежуточным выборам. Чтобы не допустить вмешательства и кибератак, представители Facebook, Microsoft, Google и Twitter решили провести закрытую встречу. Известно о ней стало изданию BuzzFeed. Это инициатива отдела кибербезопасности Facebook. Компании хотят избежать ошибок, допущенных на выборах президента в 2016 году, и предотвратить возможное вмешательство со стороны иностранных спецслужб.